адвокатская монополия. С чего же это все началось? А началось это с того, что в 2014 году Порошенко и компания внесли законопроект об изменении в закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, которая как раз таки тогда и предусматривала впервые введение так называемой монополии. Но нашлись люди-юристы, которые обратились в административный суд. И на что они как бы в основном били? Били они на то, что Минюст, согласно порядка 966, обязан был, ну, во-первых, создать некий план обсуждения и потом его реализовать. В чем смысл этого плана обсуждения? Это так называемая антидискриминационная экспертиза должна быть произведена. Мало того, что антидискриминационная, так еще и общественная. То есть туда должны были быть привлечены общественные организации, просто физические лица, которые имеют познания в этой сфере, и должны были это, скажем так, обсудить в масштабах всей страны, действительно ли это нужно делать, возможно делать, и будет ли от этого польза. Ну, они тогда, Минюст, Порошенко и компания, на это все забили, они просто решили пропихнуть монополию адвокатуры в законе об адвокатуре. Суд тогда стал на сторону замечательных ребят-юристов и сказал, что такие действия со стороны Минюста Порошенко являются незаконными. Ну, в первую очередь, в отношении Минюста, конечно же. Почему Порошенко? Ну, потому что так понимают, что именно он рулил этим процессом там, через своих некоторых подчиненных. Что было дальше? Прошло полгода буквально, и был внесен законопроект, так называемый «Изменения в Конституцию в части обеспечения правосудия». Что-то такое. И значит, уже в этом законопроекте вместе с другими нормами, которые касаются реформирования судебной системы, там, создание гарантий независимости судей, их незаполитизированности и многое-многое всего другого. И туда же опять всунули эту адвокатскую монополию. При этом, что интересно, они учли опыт предыдущий, и в пояснительной записке уже они написали, что якобы там производилась вот та называемая, так называемая антидискриминационная общественная экспертиза, и обсуждался этот вопрос вообще по всей этой реформе судебной чуть ли не по всей Украине, во всех городах-миллионниках, и туда были привлечены 500, по-моему, да, 500 экспертов каких-то, и вроде вот это все у них получилось совместными трудами. Я, честно говоря, искал результаты всех этих заседаний, форумов, комиссий. И вот я хотел установить этих 500 экспертов. Я не нашел этого ничего. Ну, я так понимаю, я этого не нашел просто потому, что ничего этого не было. Это просто написали на бумаге, что вот мы провели. А что они там проводили на самом деле, никто не знает. Скорее всего, ничего не проводили. Вот. И в этом законопроекте, ну вот как всегда, я люблю брать их документы, пояснительные записки и вычитывать их, потому что ну, то, что они там пишут, во многом говорит, для чего они это делают. Потому что либо они прямо пишут, для чего они это делают, даже не понимая, что мы же читаем. Либо они так это все завуалированно пишут, что в итоге ты опять-таки понимаешь, что ага, причина на самом деле другая, а не та, которая указана. А вот несколько моментов я выделил, и хотел бы вам о них рассказать. Вот они пишут. Таким образом, предложенные законопроектом изменения полностью соответствуют европейским и другим международным стандартам, учитывают соответствующие выводы и замечания Венецианской комиссии. Тут два момента интересных. Европейские и другие международные стандарты и Венецианская комиссия. Начнем с последнего. Что такое Венецианская комиссия? Я думаю, вы уже много раз слышали, но мало кто вообще понимает, что же это такое. Венецианская комиссия, она же Европейская комиссия за демократию через право, это консультативный орган по конституционному праву, который создан при Совете Европы.
То есть некая консультативная организация, орган при Совете Европы, который занимается вопросами конституционного права, то есть его решения не являются ни обязательными, ни какими-то там основными, важными. При этом само государство, которое создает некий законопроект, касающийся конституционного права, может туда отправить этот законопроект, а может не отправить. То есть это право. И, ну, знаете, это как обратиться к какому-то другому консультанту и потом на его основании этого, как говорить, вот видите, вот консультант сказал. Да, в общем-то, то, что там Венецианская комиссия вам сказала, ну, это не обязательно и, в общем-то, не является чем-то таким, на что можно опираться вот как на основу, да. При том, что самое интересное, они изначально вообще хотели во все судебные процессы не пускать юристов. А Венецианская комиссия как раз-таки им указала, что нет, ребята, нельзя взять тупо и ограничить не адвокатов, как они пишут в своем выводе. Нужно все-таки оставить возможность другим специалистам в области права принимать участие там, в трудовых спорах, малозначительных спорах и бла-бла-бла. То есть, если бы они Венецианку не подали, они бы могли вообще пропихнуть адвокатскую монополию полную. И второе, что в этом утверждении меня заинтересовало, так это вот отсылка к высоким, как они там, европейским и другим международным стандартам. И тут же в карточке данного законопроекта прописываются те комитеты Верховной Рады, через которые законопроект проходит. То есть с какими вопросами, да, вот законопроект связан, через те комитеты он проходит. И в частности, он прошел через комитет по евроинтеграции, да, поскольку рассказывают, что европейские стандарты, вот мы пытаемся внедрить что-то европейское такое. И на полстранички комитет Верховной Рады по евроинтеграции пишет, что на своем заседании 24 декабря 2015 года комитет рассмотрел данный законопроект и установил, что он не относится к приоритетным сферам адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС или регулируется национальным законодательством стран-членов ЕС. То есть вопросы правосудия согласно общим нормам в Европейском Союзе должны оставаться в руках конкретно страны-члена ЕС. И сама страна, как бы член ЕС, должна этот вопрос урегулировать самостоятельно, понимаете? И поэтому комитет им указал, что мы не будем давать свои выводы, потому что, ну, в общем-то, к нам это не относится. Поэтому вот эти вот отсылки их к высоким европейским стандартам – это бред. Потому что высокие европейские стандарты как раз состоят в том, что каждая страна сама отвечает за правосудие внутри себя. В том числе и что касается и судей, и адвокатов, и прочее, прочее. Поэтому враньё. Следующее, что они пишут в этой пояснительной записке. Право на профессиональную юридическую помощь – это гарантированная основным законом государства возможность лица получить высококачественные юридические услуги, которые может обеспечить только профессиональный адвокат. Вот это мне непонятно, почему именно профессиональный адвокат может предоставить высококачественные юридические услуги. Человек, который получает юридическое образование, фактически, он изучает все то же, что потом используют и юрист, и адвокат. Адвокат не получает никаких прям таких специфических знаний, которые мог бы получить обычный юрист. Да, в принципе, если человек как бы хорошо соображает и у него есть к этому интерес, то он может и сам, в общем-то, постигнуть эту всю правовую науку. И он даже может не иметь корочки, понимаете? Даже свидетельства у этого, диплома юриста может даже не иметь. То есть это не та сфера, где можно говорить, что юрист – это вот такой недопрофессионал, а адвокат – это уже профессионал, потому что он вот еще там какой-то экзамен сдал и еще какие-то знания получил.
стажировку прошу. Ну, это все делает юрист, то же самое. То есть ничего, никаких дополнительных плюсов адвокат не получает во время обучения адвокатской деятельности. Понимаете? Дальше. Указанные изменения расширяют возможности человека на получение именно профессиональной юридической помощи и закладывают основу для дальнейшего реформирования института адвокатуры путем создания в Украине единой самоуправляемой юридической профессии. Я не понимаю, почему государство лезет сюда и пытается создать какие-то основы для единой самоуправляемой юридической профессии. А если мы не хотим, чтобы вы сюда лезли? Ну вот, есть адвокаты, юристы, там, кто-то себя правозащитником называет, я не знаю, там кучу всяких терминов, ну, как бы, схожих, да? При этом все занимаются одним и тем же. И мы, наверное, сами разберемся, как мы тут будем создавать единую юридическую профессию или не единую. Ну почему государство сюда лезет? И самое последнее, что мне понравилось вот в этой пояснительной, ну понравилось в кавычках, конечно, в этой пояснительной записке, вот они пишут, что в законопроекте отсутствуют положения, которые в ранее предоставленных выводах или принятых решениях Конституционного суда признавались бы такими, которые отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина. Но это ведь вранье. Вот они вот это вот пишут в 2015 году, вот эту вот записку пояснительную. А еще в 2000 году Конституционный суд деле 13 РП/2000, это так называемое дело Солдатова, если кто-то захочет найти, посмотрите, ну, либо я ссылку в описании, если не забуду, оставлю. Вот пишет у нас пункт 6, Конституционный суд пишет, что обмеження права підозрюваного, обвинуваченого и підсудного, а також особи, яка притягається до адмінвідповідальності, ну, мы же, кстати, про это часто говорим, на вільний вибір захисниками інших юристів, які мають право на надання правової допомоги, суперечить положенням частини 1 статті 59 та статті 64 Конституції України, за якими не можуть бути обмежені права, крім випадків, передбачених Конституцією. Зокрема, не можуть бути обмежені у будь-який спосіб права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 55, 59, 63. Как раз 59 статья имеется в виду вот, в вопросе о выборе защитника своих прав. То есть раньше там было написано, каждый, как я говорил, каждый имеет право на правовую, и сюда входили адвокаты, юристы, там, правозащитники, кто себя как ни называл, там, да, ну, образно говоря. А потом они туда вставили профессийную правничу. А в законе отдельно написали, что професійна правнича – это адвокат. То есть професійну правничу допомогу можно давать лишь адвокат. И вот так вот, пам-пам, и ограничили. А Конституционный суд говорит, в любой способ нельзя ограничивать данное право. Вот оно было широкое, а стало узкое, потому что только адвокаты оказались, имеют право предоставлять такую помощь. Это не ограничение прав. Ну это же глупость. Это настолько очевидно, вот я говорю, когда это все они вводили, вот некоторые смотрели, думали, ну вы что, совсем идиот? Это же бред полный, как можно такое вводить? Но вот ушедшая власть, ушедшая вместе с Порошенко, они, ну, им достаточно было просто политической воли и все. Они принимали любую хрень, даже вот такую. И вот в этом решении в итоге Конституционный суд тогда признал, не то что признал, а отменил две нормы в КУПАПе, в нашем любимом, и в Уголовном процессуальном кодексе, где было указано, что защищать в суде человека может только адвокат. Тогда Конституционный суд еще в 2000 году признал эти нормы неконституционными.
и указал, что и другие лица могут представлять интересы другого лица в суде. Но потом приходят наши реформаторы и просто плюют на это все. Меняют. Взяли кодекс, просто поменяли и все. И типа норма не применяется. Почему? Потому что она же относилась к тому кодексу, который, ну, про который говорил Конституционный суд. А теперь у нас другой кодекс. И там опять та же самая норма. Как так можно делать? Я не понимаю. Вот это как раз, ну это вообще один из самых таких, наверное, больных вопросов и глобальных. Его нужно, наверное, выносить действительно на большое, серьезное обсуждение. Ну, оно кое-где ведется, это обсуждение, я насколько знаю. О том, что у нас судебная ветвь власти, она какая-то то ли неполноценная, то ли что, не знаю, какая-то ограниченная. То есть у нас получается решение Конституционного суда, с одной стороны, обязательное для всех, не может быть отменено и не может быть обжаловано, но фактически оно может не исполняться таким образом, что просто законодательная власть вдруг возьмет, отменит тот закон, к которому это решение Конституционного суда относилось, и примет новый закон, в который впишет те же самые дурацкие нормы, которые Конституционный суд ранее признал такими, что не отвечают Конституции. Вот что-то с этим нужно сделать, вот я правда не знаю что. Ну как, у меня есть предположение, но вот просто интересно, чтобы вот эта идея получила развитие, действительно настоящее в масштабе всего государства, и чтобы мы наконец-то создали вот этот вот механизм сдержек и противовесов, где каждая ветвь власти, судебная, законодательная, исполнительная, друг другу не давала вот так вот беспредельно, да, и друг друга сдерживала и уравновешивала, а не вот так вот, как сейчас происходит. Что еще самое интересное вот в этом решении Конституционного суда, буквально сразу следующим абзацем, то есть уже в пункте 6, згідно з положеннями частини 3 статті 42 Конституції України, держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Ви же розумієте, і адвокат, і юрист, ну, якщо це как бы, не работают на государство, да, а в частной сфере. Это, в общем-то, предпринимательская деятельность. А вы, получается, в угоду одним предпринимателям взяли, ограничили права других предпринимателей. А это недопустимо. И Конституционный суд так и говорит, что так делать нельзя, что это не сприяет конкуренции, что это надо неквалифицированные правовые допомоги, не сприяє підвищенню кваліфікації фахівців у цій галузі. Тому що, коли є конкуренція, тоді є рост некий, да? Коли різні, скажімо так, багато юристів друг з другом борються за клієнта, є розвиття, є конкуренція, і це повищає кваліфікацію. А коли вони взяли і в 20 разів зменшили кількість спеціалістів, які можуть предоставляти допомогу, как это повлияет на качество таких услуг? Конечно же, негативно, потому что конкуренция уменьшится очень сильно. Но несмотря на все вот это, они просто берут и принимают вот эту вот хрень в Конституцию. То есть вместе с другими нормами, которые, как я уже говорил, касаются судебной реформы, впихивают туда адвокатскую монополию. Вот. Что еще интересно хотелось сказать, это просто, это будет, я так понимаю, будет две части, потому что уже, смотри, много говорил, в одну часть, наверное, не засуну это все. Вторая часть будет как раз-таки посвящена уже рассмотрению вопроса в Верховной Раде, ну, в нынешней уже Верховной Раде. Кого-то зачекайся, мама не прийде. Не знаю, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути таке, бажане люблю. Тому я таки тобі не дам повішати петлю.